9 мая ровно в полдень состоится всероссийская народная акция «Окно Победы». Из всех окон и со всех балконов России прозвучит песня Давида Тухманова «День Победы». В акции могут принять участие как профессиональные музыканты, так и все любители музыки. Выкладывайте видео своего выступления в социальных сетях с хэштегом «Окно Победы» 9 мая в 12 часов дня. Празднуем День Победы